на канале Дази Дарт, это обзор на 14 июня. Так как я спящая красавчица, я быстренько покажу вам и не буду париться. Поехали. У нас сегодня есть циклоп, интересный скин. Лучше, чем какой-то там из предложенных, нормальная тема. Чем дальше, Тихоня, прикольный скин, не знаю, брать его или нет, но, знаете, тут два подобраза, это четко выглядит. Идем дальше, за 1200 два подобраза. Еще Молчун есть с двумя подобразами, не знаю. Для любителя. Идем дальше. Так, это врубаем. Суровая шапочка. Блять, круто выглядит. Очень круто выглядит. А у нее черно-красный, шикарно выглядит на теле. Это офигенно. Щит тоже черно-красный. Бля, ее надо брать. Кто любит скины типа Ведьмака и так далее. Типа, вот этот зайдет ему. Бля, потому что это охуенно. Вот, еще и классный. Бля, офигенно выглядит. Офигенно. Короче, обертка и и эта шапочка суровая, мне пиздец как нравится. С анимацией все как надо, глава один, ой, все. Покорилось сердечко. Хьюго, не знаю, для любителя. Но то, что у него есть свои эмоции с этим, кому-то нравится. И это круто. Это смотр стилей, ну, в очках тоже прикольно. Идем дальше. А, попутный пурпурный защитник. Так себе, полет орла. Не, даже не добавлю я его в этот раз в ТикТок, ну его нафиг. Так, бабочка. Прикольно. Не бери в голову. А я вроде когда-то снимал про него эту штуку. Оценка тоже четко. И еще оставили специальное предложение. Так, как обычно я арты показываю, я и покажу их. Так что цит. Хоть и очень быстро обзор делаю. Тут минуты 52 секунды, имейте совесть. Так, идем дальше. Fortnite Universe. Интересный арт 1. Интересный арт 3. Интересный арт 4. Кумите с шершенем. Кумите, покорившее мое сердечко. Идем дальше. Просто кумите. Интересный косплей. Интересный косплей. Говно. Фигня какая-то. Все. Это был обзор магазина на какой-то меню. 14 июля. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Простите, что опоздал. У нас не было интернета. И еще я плюс люблю крепко поспать. Всего хорошего и до скорых встреч.